Всем привет! Продолжаем рассматривать книгу «Великие музеи мира», картины и описание к ним. Хенрик Гольциус. Без Вакха и Цереры Венеры жару нет. Около 1603 года холст чернила и масла 105 на 80. Хенрик Гольциус. Нидерландский художник, представитель маньеризма. Без Вакха и Цереры в Венере жару нет. Цитата римского комедиографа Теренция. Евнух, 732 год. Означающая, что любовь остывает без вина и застолья, причем с ремаркой персонажа комедии. Да, верна пословица. К лежащей Венере, кажущейся подавленной, приближается Церера, богини плодородия и олицетворения изобилия. Предлагает ей корзину с плодами. В других изображениях этого сюжета она часто держит рог изобилия. И Вах, бог вина, с виноградными гроздями, иногда с чашей. Амур, дитя богини, держит зажженный факел, огонь любви. Еще за 10 лет до создания картины Гольциус сделал рисунок на данный сюжет. 1590-е годы, Королевский музей изящных искусств Брюсселя. После Гольциуса эта тема, по крайней мере, трижды привлекала внимание Рубенса. Известны три его полотна. Многие фламандские художники развивали ее, подражая великому мастеру. Вот такое описание к работе «Без Вакха и Цереры в Венере жару нет» Хенрика Гольциуса я нашел в книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.